Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 120 на странице 56 в рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте, составьте по данной записи описательный текст. Придумайте к тексту заголовок и запишите его. Расцвели тюльпаны. Тюль. Паны. Как красивы эти цветы. Стебелек у них тоненький. Тоненький. Листочки зеленые. А цветок просто загляденье. Лепестки красные. А сердцевинка желтая. В этом тексте рассказывается про тюльпаны, поэтому мы его так и озаглавим. Тюльпаны. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.